Да. Именно так и надо. Блять, вот это... Ну повезло, повезло с тиммейтами, блять. Который раз. Напоминаю, что это мой фанат. 100% умрем сейчас. Сейчас просто придет еще один склад. У меня уже даже патронов просто нет. Reloading. Reloading. I downed an enemy. Сто процентов Иллидан. Я чувствую его запах. Иллидан где-то здесь. Ты хотел, чтобы я в бокс с ним поиграл? Бля, это вообще... Он, походу, хотел, чтобы повалил его и отсосал, я так понимаю. С таким дропом. Рейс с него на Трейньярде. Да. Их два прицел нужен тебе, не? Не, мне ничего не надо, мне надо два тиммейта живых. Ебать, вы не сейчас здесь Fortnite голос на импульсе похож. Мне уже говорили это. Это чтобы веры передавать просто тиммейтам. Это этот, Clown Fish. Да. Давайте, бежим, я сейчас зип буду ставить, сейчас зип поставлю. Я дам. Пиздец, это что, читер? Давай в дом, потом поднимем его, мы убьем их, не ссы. Сейчас просто будем прикрывать его жестко. Сейчас они придут по нашей душе, мы их тут выебем. Возьми банок. Не волнуйся, Гиба. Все под контролем, бро. Каждый раз одно и то же. Пал,
Почему он тоже сдох? Enemy taken out. Мне кажется, окна сейчас просто сфидит нелепо. Блять, вот просто, ну, нахуй он побежал так по-тупому? Ой, блять, опять он! Это они, сука, это они! Еще Demon 3. Еще есть возможность с ними попасться, с друзьями моими. Бля, как надеюсь, что мне еще их кинет. Блять! Ну как это нахуй возможно? Так как Сейл Армон, сука, дай мне сил. Can you follow me? Блять, он просто заходит к ним в спину. Короче, ясно, тут топ-1 не будет, походу. Крейв. Bloodhound crack, we can push. First party. He's gonna stay here for a bit. Просто нифига не умоляю. Under us. Данул нахуй. Nice. Армор. Армор фулово лежит. Probably.
Это мои пацаны. Вот это мои пацаны. Это не со Скаем и Кошерой попасться. Это мои пацаны, блядь. I'm there pushing. Рейф, low on you. Хелен. Да, тут мои пацаны что-то меня подвели. По-моему, они пытались меня кинуть через хуй. Ну, кстати. Уху! Че, это крутой панч был или ну, средний калибр? Блять, как ты выжил, чубрик. Чего не подсвечиваются, пацаны? Оу! Давай ближе, езди в дом. Там двое все. Да, да, их там двое или еще один. Не играешь с ведом, потому что я не ведущий. Ой, я не... Блядь, я ведущий, а не ведом. Да блядь. Посыл понятен. Do you need some cells? I have enough. I have 10. Блядь. Блин, ну тиммейты, кстати, нормальные. Внимание, знатоки. Нахуй мне столько банок.
Я не смог. Я не справился. На самом деле, я просто очень боюсь перегореть к игре на этом челлендже. И я чувствовал, что в последние дни, когда я уже играл этот Solo The Master, что я просто уже, ну, не могу. Что меня прям уже бесит все. Ну, можете называть это тильтом, Коляна Кирилюк, ты, конечно, бивень еще тут. Но ты считаешь, что дропнул свой челлендж, ты поступил нормально? Нет, не нормально. Тебе лично перед собой не стыдно? Ну, нет, не стыдно. Не рандомный клоун с Твича, а медийная личность, которая, как мне кажется, должна показывать пример. На всякий случай надо уточнить, что он мой фанат. Это важно. Бронза до платины бомжа, ему было интересно избивать против нормальных типов, когда так он сразу сдался, ибо не может прыгать им на лицо и убивать. Он слился с челленджа, слился, и все, мне больше ничего не надо знать, просто по таким мелочам видно, какой он человек. Напоминаю, что это мой фанат. Конечно, он прав будет, он же аналитик. Gimme, gimme, gimme a man after midnight. Take me through the darkness to the break of the day.